29 апреля свой 90-летний юбилей отметила Надежда Петровна Лежнева, которая родилась и выросла в хуторе Казёнок-Ужорский. С круглой датой ее поздравили председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, глава Натрубовского сельского поселения Наталья Косицына и администратор хутора Казёнок-Ужорский Людмила Кириленко. Ну что, от души и рады сегодня прийти вам в этот день, ваш юбилей, ваш хороший праздник. От души, от всего сердца поздравляем вас с вашим 90-летием. Желаем еще долгих-долгих лет вам жизни. И вот вам, Надежда Петровна, лично Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, прислал именное письмо, поздравляет вас. Спасибо. С вашим праздником. А это от главы администрации района, ну, приложение, так называемое, к празднику. Спасибо, спасибо. Ну, вы не расстраивайтесь. Ну, это от администрации Натрубовского поселения. Поздравляем вас. Чтоб здоровенькие были, хорошо, живите долго. В своей жизни Надежда Петровна повидала многое. В 41-м году, как школу кончила, 7 классов, ездовой работала, пока немцев угнали. А тогда уже колхоз послал мне учиться в 43-м году на бухгалтера в феврале месяце. Там же на месте с 1941 года и до пенсии работала бухгалтером. В 1993 году потеряла мужа, а 8 лет назад и единственного сына. Она сама была из многодетной семьи, всего их было 8 братьев и сестер. У Надежды Петровны 4 племянницы и 1 племянник, 2 внучки остались от сына и 3 правнука, которые по возможности стараются ее часто навещать, особенно летом во время каникул. Несмотря на свой преклонный возраст, именинница содержит свой дом в чистоте и уюте. Она любит заниматься огородом, садом и своими любимыми цветами. Готовить сама она уже не может, и в этом, как и во многом другом, ей помогает ее племянница Любовь Бычкова, которая живет с ней по соседству, за что Надежда Петровна очень ей благодарна. По словам племянницы, именинница после многих потерь не любит отмечать всякие праздники. Но она у нас очень стойкая и закаленная, говорит Любовь Бычкова. Здоровичкой, конечно, она у нас сама рассаду выращивает, огород смотрит. Ну, пусть она еще живет, сама себя обслуживает. Самая она у нас такая стойкая бабушка, закаленная. Здоровичка, конечно, самая. Так все у нее есть. Внучата приезжают, девочки приезжают летом. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, прозвучавшим сегодня в адрес именинницы, и пожелаем быть такой же веселой и доброй.